Всем привет, уважаемые подписчики! Хотелось бы напомнить, что первый сезон сериала «Тобол» состоял из 8 серий. Режиссером сериала стал Игорь Зайцев. Над сценарием работал Алексей Иванов. «Тобол» – самый большой масштабный кинопроект, который когда-либо был снят в Тюменской области. Декорации и реквизиты из сериала были переданы Тобольскому музейному комплексу. Продюсеры не исключают возможности продать идеи материала иностранцам, к примеру, Китаю или европейским странам. Однако в данном случае сериал будет называться «Начало Сибири» или «Сибирь». Вы наверняка с нетерпением ожидаете даты выхода второго сезона, а именно 9 серии. Многие кинокритики считают, что режиссеры великолепно справились со своей задачей и при этом нет смысла продолжать данный сериал. А так это или нет, вы узнаете совсем скоро. А чтобы быть в курсе, подписывайся на наш канал.